Тож, якщо подивитися на тиждень, що минає, подивитися на фронт, як би ви оцінили українські успіхи, як би ви оцінили російські дії? Бажаю здоров'я вам. В течение недели на линии фронта открылся, можно сказать, еще один участок. Днепр вошел в берега, даже просел, я бы сказал. Вода сошла, еще не подсохла на левом берегу, тяжелой технике двигаться сложно. Но наша разведка за эту неделю появилась на левом берегу в нескольких локациях, начиная от Кимбургской косы и заканчивая, можно сказать, островами и левым берегом в районе Новой Каховки. Передвижение наших войск на левый берег, оно обусловлено задачами разведки, доразведки, корректировки и подготовки плацдармов для дальнейшего форсирования Днепра основными силами. Это добавило такой, как минимум, положительную динамику во все движение фронта. Тут же активизировались запорожское направление. У нас есть также продвижения довольно-таки неплохие в районе Орехова в сторону Токмака, от Орехова на юго-запад в сторону Васильевки. Несколько укрепрайонов были вскрыты российские, и наши части заняли российские точки. Район Временского выступа радует, так как уже, можно сказать, голова этого выступа срезана, осталось основание, там несколько километров до основной линии обороны в районе Старомлыновки. Район Бахмута, там очень хорошая динамика продвижения наших войск и в сторону Белогоровки от Бахмута, это на Берховку, и Клещеевка, это юг Бахмута. А это господствующие высоты над городом. То есть там осталось буквально еще работы, наверное, на неделю для того, чтобы занять эти господствующие высоты. И тогда уже часть Бахмута будет в оперативном окружении. Мы будем контролировать с господствующих высот подходы к левому берегу Бахмутки. То есть две трети Бахмута практически будут под контролем. И от Бахмута движение идет в сторону Курдюмовки, а это на Горловку, общее движение на Горловку, то есть подготавливается плацдарм для входа в этот город. А вот россияне за все это время провели несколько десятков атак наступательных, довольно-таки жестких, в районе Луганского фронта, в Луганского направления от Купинска до Белогоровки. Они пытаются нас, чтобы мы перебросили основные стратегические резервы как раз на Восточный фронт, сняли их с Орехова, с Великого, с Запорожского и Херсонского направлений. И вот эти попытки, они постоянно будут продолжаться. Им важно, чтобы сместить центр приложения силы, так сказать, украинских войск, как раз на Луганское направление, так как россиянам там намного удобнее работать средствами поражения. Короткое плечо доставки из России. Валуки там несколько десятков километров, час-два езды, и в больших количествах боеприпасы поставляются на линию фронта. Вот такая диспозиция сейчас по всей линии.